Сет авторский мой. То есть написан он как бы в таком в традиционном ключе. Он в себя включает хордпайп, быстрый рил и польки. Хордпайп был, как сказать, он называется Green Tea. Вот, у меня есть друзья, которые, в общем, увлекаются всякими чаями, завариванием, церемониями и так далее. Вот, так что вот посвящен хордпайп рил. Называется Вермель Рил. Это, в общем, посвящено месту, где, которое, ну как, каждый день мы проводим вот наши собрания музыкальные ирландские. Сейшн. Да, сейшн. В Ирландии есть вообще такая традиция. То есть буквально сейчас вы оказались, грубо говоря, вот в заведении. Как вы представьте, что это как ирландский паб, потому что, в принципе, все так и происходит. Люди общаются с людьми, играют, пьют пиво, получают удовольствие, как бы, и присоединяются другие музыканты, которые, может, проходили мимо, может, кто-то рядом живет. Вот мы собираемся, тоже играем. Своего рода джем. Да, как бы вот есть понятие, более понятный джем, да, джем сейшн. Вот, в ирландской традиции просто сейшн. Вот, и последние две польки были написаны мной в Питере. На кухне у моего друга, когда я еду туда записываться. И, собственно, одна называется «Танцхолл Китчен», вот, а вторая, она называется «Шотландцы в Ирландии», потому что внезапно пришли такие ходы, то есть они вроде как и полька, она ирландская, но ходы из ирландской, из шотландской музыки. Вот. Мы сейчас откроем. Да, ну, соответственно, польку все, наверное, знают тоже, что это очень достаточно распространенный жанр во многих традициях. Полька, она везде полька, и звучит примерно одинаково. Ну, чё, понятно. Значит, зелёный чай завариваем.